во все времена всегда была часть, прослойка общества, которая всем недовольна. В основном это такие сутяжники. Я не уверен, что без этих людей было бы лучше. Несмотря на то, что лично у меня эти люди вызывают даже не раздражение, а абсолютное неуважение. Я объясню, почему. Вы можете быть против Путина, вы можете быть против кого угодно. Вы не имеете права быть против собственной страны. И когда та же Маша Гайдар вчера еще говорила, что Крым наш, сейчас она поет другую песню, блевануть хочется, глядя на это вот произведение чего-то там. Можно...